Привет всем на моем канале. Вот держу я рекламу с магазина Aldi. Это такой небольшой супермаркет. Кстати, владельцы его Германия. Вот, это сеть таких небольших магазинов. Там и продукты, там кое-что из хозяйственные товары. И вот посмотрим, у нас 5 марта 2021 года, что у нас здесь есть. Вот такая типа говядина запеченная по цене, значит, цена за паунд. То есть 454 грамм, $3. Картошка красная по цене. Значит, у нас здесь, вот видите, цена. $2. Упаковка, в ней 2,5 килограмма почти. Вот. Также мы видим, у нас здесь лук по цене за килограмм 300 грамм. $1.90. Видим всякие фрикадельки, сделанный из, значит, говяжьего фарша по цене за $1.50 за 1 паунд. Вот, видим куриную грудку тоже по цене $1.69 за 1 паунд. Также видим норвежскую лосось по цене $9 за 1 паунд, то есть 454 грамма. Так, вот, что мы здесь еще видим. Так, ну здесь уже всякие соусы. Ну, не думаю, что это всем интересно. Так, посмотрим, что у нас здесь есть. Вот здесь есть еще какие-то такие вот хозяйственные принадлежности. Вот, например, сковородки. Вы видите такие, да? Разные сковородки по цене $15 за, значит, да, $15 примерно, они разные. Вот кастрюли также за $15, всякие подушки там для стульев, вот, за $6 на стуле. Вот всякие там типа швабры по цене 20 долларов. С ведром. Ну, всякие такие мелочи, в общем. Вот. Также вот для глажки. Стиммер называется. Значит, такой портативный стиммер. Вот. Стоит $19. Ну, вот, примерно вот то, что мы видим. Значит, ведро. Где-то 12 галлонов. То есть, это на 50 литров. Для мусора. Вот, по цене $11. Ну, вот такие у нас цены в этом магазине. Подписывайтесь на канал. Кому интересно, пишите комментарии, задавайте вопросы. Вот, на связи. До новых встреч. Пока.